Сотрудники управляющей компании «Севжилсервис» не только убирают дворы и ремонтируют детские площадки, но и активно ведут текущий ремонт в подъездах. За год представители управляющей компании планируют обновить более 40 подъездов. Сейчас ремонтные работы ведутся в доме 30, корпус 2 по улице Аскольдовцев. Специалисты белят потолки, штукатурят стены, красят батареи и чинят ступеньки. Процесс, по словам рабочих, очень трудозатратный. В среднем на ремонт одного подъезда уходит месяц. А вандалам, чтобы испортить красоту, оставив очередную надпись, хватает и 10 секунд. Не ценят чистый ремонт подъезда и зачастую сразу в течение короткого времени после окончания ремонта появляются надписи, граффити и все остальное. Следите, пожалуйста, за чистотой.